Очень многие ждали, когда же наконец произойдет это радостное событие. Арман Конурбаев и Аша Матай стали родителями. Накануне певица родила девочку. Об этом счастливая мама сообщила всем своим поклонникам через социальные сети. А вот гордый новоиспеченный папа Арман Конурбаев поделился с нашими журналистами милыми подробностями. Вес малышки 3,5 килограмма, рост 54 сантиметра. И мама, и дочка чувствуют себя замечательно и сейчас находятся в роддоме. Пока остается неизвестным, когда именно будет выписка. Телеканал Гакку от всей души поздравляет семейную пару с этим замечательным событием.